Привет, друзья. Слушайте, мне звонят вот некоторые люди, они говорят, вот я хочу посмотреть ваш ликбез, а где это? И вот мне каждый раз приходится объяснять, а вы подписаны на канал в Ютубе? А как это подписаться, спрашивают. Я говорю, слушайте, друзья, ну нажмите там колокольчик. Там есть колокольчик, вот вы когда смотрите видео, под роликом там есть колокольчик, нажмите на него. Да. Потом сайт смотрите, стрессу, хасай.ру, два сайта у нас. И там очень интересное меню. И там есть еще меню, которое называется «Новая модель работы мозга». Там о методе ключ. Открывайте о методе ключ, новая модель работы мозга. Там я объясняю, написано все, впервые в мире написано, как мозг устроен в этой новой модели. Я-то ее разрабатывал не один день, а многие годы на основе практической работы. То есть я выводил людей из острого стресса после терактов и в Каспийске, и в Кизляре, и в Беслане, и опять в Каспийске, и в Москве. И на основе этого создавал эту модель работы мозга. Вот, например, есть психологи, которые рекомендуют, как снимать стресс. Как повышать стрессоустойчивость? Всем коллегам привет. Ну, хорошо бы вы знали эту модель работы мозга, потому что там из нее исходя все можно делать гораздо проще. И правильные слова находить, когда разговариваете с собеседником, даже с проблемным собеседником. Это очень хорошие у меня сайты, посмотрите там. И книги мои посмотрите. Там в сайтах есть меню, а в меню есть магазин. А магазин нажимаете и выходите на электронные книги, потому что эти книги, которые там, они раритеты, их уже нигде нет, потому что эти книги написаны и в 90-м году, и в 96-м году, и в следующих годах. И самое интересное, каждую книгу я писал 5 лет. Именно на базе вот такой живой обратной связи с людьми, не как сейчас, а вот прямо там, в этих условиях, и в клиниках, и в институтах. Я же работал в нескольких институтах ведущим научным сотрудником, и в институте МАШ, Академии наук большой, и в институте, психологическом институте РАО был ведущим научным сотрудником, и профессором кафедры здоровья и сбережения в Нижегородском институте развития образования. Я же в разных местах работал, и в клиниках работал, и в глазной клинике у Федорова, в клинике микрохирургии глаза, готовил на конвейерную операцию больных, и хирургов там у него обучал. Там весь этот опыт в этих книгах, эти книги уже раритеты. А новая книга вышла в бумажном виде, вот сейчас. Да, но вы можете там под роликом посмотреть, там ссылки все есть, смотрите описание под роликами. И, конечно, записывайтесь в YouTube, потому что я физически же один не могу все время вот так вот сидеть и всем давать эти ссылки. Все мне пишут, дайте ссылку, да посмотрите там, нажмите кнопку, и все у вас будет.